В течение 4 месяцев 34-летний житель отделения Тельман промышлял кражей сотовых телефонов, затем продавал их на рынке и пополнял свой карман. Сотрудники Абайского РУВД задержали любителя чужих гаджетов и доставили в отделение. Причина, по которой злоумышленник пошел по преступному пути, как выяснилось, была веская. Мужчине нужны были деньги, чтобы содержать возлюбленную. Я просто с одной девчонкой встретился, и у меня так получилось. Как получилось? На такое дело, да, пошел? Сол-хыз итермелед мане, бак урладе? Ну, просто она деньги спрашивала, я ходил. Мужчина признался в 70 кражах. По его словам, свои трофеи он сбывал скупщикам на рынках. По Абайскому району доказана причастность похитителя к 33 фактам краж телефонов. Но следствие еще ведется. За кражу чужих телефонов злоумышленнику грозит от 3 до 5 лет, а сотрудники полиции настоятельно рекомендуют не доверять свои сотовые телефоны посторонним людям.